Красота, наверное, логистику езды на Сётр я свою, по крайней мере, точно изменю. Километраж примерно тот же, в Зарайск приезжать гораздо удобнее. Там денег к тому же, а если что, и он и забросит, не надо морочиться ни с чем. А денег может и каячок подкатить сюда, не вопрос. Ну, естественно, за денежку, но да, но зато ты прям налегке такой приехал, бам-бам. И налегке уехал, не думая ни о чем. Каячок у него может быть очень даже бодренький. Какой-нибудь сиячок нормальный. Ну, можно и на своем, конечно, не вопрос. Не сильно дольше, на самом деле. Просто собирать надо. Там бабки дали, взяли. Кстати, у Дэника ценник 3500 за человека. Вместе с лодкой. Вот он куда-то там забрасывает, потом забирает. Ну, не знаю, вот здесь, наверное, дальше ему... Его стандартный тариф распространяется на поменьшее расстояние. Ну вот примерно так. В общем, здесь сразу красиво. То есть я вот еду сейчас после обеда. Ну, во-первых, да, я пообедал. Но просто прям красота сшибает вот эта вся. Она такая переходящая из таких нежных ив, вот эти вот кругленькие такие, в нейтральные, скажем так, березы. Красные, ультимативные какие-то клены, то есть это все такое прям ух. Нет, а Сётр это прям осенью, это прям ой. Это прям ой. Нет, наверняка есть еще какие-нибудь красивые реки, просто у нас так исторически сложилось. По осени каждый год в октябре мы ходим на Сётр. Через год он бывает яблочный, потому что яблоки, как меня научило детство, растут через год. Вот вспомнить, какой год был первый раз, когда мы здесь были, вычислить. Действительно, получается, через раз это. В том году не помню, но я был здесь точно, когда яблок не было. И два раза был, когда яблоки есть, и два раза, когда нет. Кажется, два, но это если я... Сейчас вот третий раз, когда яблок нет. В смысле, они упали, а их просто реально там внизу нет. Мы однажды приехали, почти все упали, там 5 яблок осталось, но все равно мы снизу их подобрали, и компотик даже я дома варил. Как бы даже не в прошлом году, ну вот не помню, убей. В общем, вот она, красота опять. Сплошная, постоянная, марафон красоты. Золотой Осётр. Пусть он не яблочный, но он золотой. Золотой Осётр. Откуда-то до Зарайска. А, ну да, от Яблочной поляны до Зарайска. А вот от этого будет, соответственно, 25, где я только что обедал. Трегубово, не Трегубово. Название я вывешу наверху в кадре. А ручки-то гребут так нормально, вполне себе нажимают. Вполне себе ходка. Нет, как для езды и вот такого вот ПВДшника лодка шикарная, лодка просто шикарная. Единственное, что баловать не дает, то есть на ней вот... Я сейчас... Было там часа три назад кадр, когда я пытался за Калиной потянуться. Ни хера подобного, просто так не потянешься, можно булькнуться. Я одну пропустил, схватил вторую гроздь, потому что более дальняя вполне себе спровоцировал бы
кильнуться. На каком-нибудь Одиссее это невозможно было бы. Ну да, он может быть чуть-чуть медленнее, даже не чуть-чуть. То есть если вот эта лодка так, условно говоря, должна ехать 6,3 по черенку. Проверим, конечно. Ну, не 7, 7 что-то она, говорят, не едет. Хотя Иликса 7 едет на черенке. Почему бы это и не ехать? Потому что это, в общем, те же габариты, те же размеры, те же формы. Вот, то Одиссей, по-моему, 5,8, 6,1 на черенке. Но это я, опять же, посмотрю табличку, вывешу повыше. Интересно, насколько я ошибся. Я проплыл 50 минут от обеда, а вот здесь шикарный, на природе, пикниковый пойнт с хорошей пристанью. И наверху там все такое сделанное, вон там столик и все такое. То есть вот здесь вот можно обедать, или вернее так, здесь ночевать, вот здесь ночевать можно. И, кстати, вот уже 4 часа как. То есть в 11 я стартовал, время 4. 5 часов. 5 часов, а в лодке ни грамма воды. То есть вот этот фартук с вот с этим отбойничком. Ну и частично вот эта лента. Проблему залива водой решили. Кто молодец? Я молодец. Строение. Вот это вообще непонятно, что башня будет, то есть прям фарет, да, с балконом. Вон там какая-то совершенно невообразимая штуковина. И я точно подозреваю, что это должна быть одна из точек, куда денег людей возят до на сплав до Зарайска. А поскольку у него есть такая опция 10 км расслабленного и 12 сплава,
очень может быть, что именно отсюда, ну примерно отсюда, все это дело ездит. До Зарайска, то есть это мне осталось 12 километров, а время 4 часа 11 минут, это мне 1,5 часа. Да, это что-то такое стильно стилизованное, историческое, причем так достаточно вот по картинкам каким-то там, по древним я помню, вот такие кондовые, неуклюжие такие какие-то штуковины, явно как крепость, потому что башня, а наверху по кругу балкон для стрельбляния. А вон еще сейчас проплыву, там ладья даже стоит, то есть это какая-то прям, слушайте, это прям здесь погулять интересно, когда время есть, черт побери, а времени сейчас нету, потому что будет темно, а денег и нету, я там сам выбираться пешком буду, вон какие штуки, ну прям такие прям, ух, что-то здесь будет. Или было? А, может было, потому что все какое-то покошенное, покосенное. А вот ладья, охренительная ладья. Красивая ладья. Ой, какая красивая ладья. Вот тебе и осетр. Десятивесельная. Обалдеть. Добротная такая. Против солнца, прошу прощения. Сейчас я заплыву с другой стороны. Чтобы это не было против солнца. Во как. Не, плавающая вполне, потому что она нормально так залачена. Вся крепкая, привязанная. Трубка сверху, я не знаю. А, зачем? Это чтобы, наверное, эти не разваливались носы, когда она... Хотя фиг его знает, что там такое. Странная такая вещь сверху. Может, она как грузовая. Не знаю, это выясним у Деника. Офигенно! Офигенно! Вот те раз так плаваешь. Блин. Все, я полетел. Жалко, там бы походить. Но тут у меня марафон случайно. Поэтому у меня еще 2 часа до заката солнца, соответственно 1,5 часа догрести, чтобы иметь запасик. Вдруг я немножко ошибаюсь. Скажем, не 12, а 15, это уже плюс 1,5 часа. Время без 25. Я не утерпел, включил Яндекс.Карты. И на них увидал Зарайск. 6 километров. Плюс-минус метров 300. То есть есть вариант, что я ровно в 5:30 туда и приеду. Если не буду лениться. А чем не лениться? Очень даже все хорошо. Мы бодры, как тут я давеча говорил на Вьюне. И даже в пауэрбанках кое-что есть, можно добавить для спортивного интереса. Ну, наверное, примерно последние кадры красоты реки девственной природы. Дальше я намерен снять урбанистическую красоту в закатном солнце. Зарайск. Надеюсь, что мне будет солнышко в нужное время, в нужном направлении, и все там будет видно. Очень хочется, но как бы обломы, конечно, никто не отменял. А вот это зеркало, конечно, это вообще, я обожаю вот эти зеркала, я от них балдею. Вот это вот большое сейчас, да, вот туда вдаль вот такие вот штуки. Просто праздник души. Ну и тут вон вполне себе геометрическая красота крупным планом. Жалко, чуть-чуть вода не идеальная, немножко рябит.
Вот туда она как бы почти гладкая. Ох, вот это кадр нисходящий справа налево. Ух, обожаю. Перспектива. Там эти елочки-сосенки наверху. Классический вариант, который я обожаю. Зеркало. И высокий берег горкой. Кадров таких сколько угодно, но они никогда не надоедают. Мост в Зарайске, ну до него еще типа километр. Время 15:39, но блин, там плотина, а Денек меня про нее не предупредил. В нос плотины может быть очень неудобным.